Приветствую, товарищи телезрители, с вами генерал Бласов, и вы можете увидеть боевые действия с высоты птичьего полета. Ну, вернее, это дроновый полет или спутниковый полет, но, в принципе, чего бы и нет, да, одно и то же, в принципе. Поэтому вот так вот выглядит Нерусь и зоны боевых действий, пока мы ее еще не освободили. Ну, а вот наша Дорогина. Старое доброе село, в котором проводят биолабораторные эксперименты эти неруси. Или неруси не проводят, они наши, вот, а вот голубые каски, они, конечно же, на такое способны. Ну что у нас? 9-й вертолетный взвод сейчас будет выдвигаться вперед. И я хочу поблагодарить всем тем, кто пожертвовал. Кто пожертвовал своими ногами, пожертвовал своими руками в этой замечательной боевой спецоперации. Как бы Родина вам благодарна, ноги были замечательными, вот, и руки, честно сказать. Вот. Строительство прекращено. Головы не все, вот скажу так. Но тоже замечательно. Поэтому. А кто деньгами еще? Вы помните, что внизу у нас есть как бы. Счет, куда вы можете пожертвовать деньги. И мне нужно отчитаться, да, что мы закупили. А мы закупили, между прочим, 50 игрушечных вертолетиков на радиоуправлении. И многим покажется, что это несущественно, но на самом деле, вы знаете, они отлично могут отвлекать внимание. И, собственно, именно этим мы и занимаемся. Отвлекаем внимание противника от куда более серьезных и более важных вещей. Цель достигнута. Так, давайте диверсант. Строительство прекращено. Садим в наш замечательный. В строю. БТР. О! Это вот молодец. Строительство прекращено. Сколько у нас будет нужных ребят? Ну, ребята, ну что вы одеваетесь так по-прохладному? Видите, еще недостаточно пожертвований, чтобы дать теплую шапочку вот этим ребятам. А вот у нас, видите, шапочки-ушанки. Вот он как раз на камеру сейчас подойдет и расскажет, как он благодарен за шапочку-ушанку, за отличную тулупу, вот, который вот сделан из русского медведя. Давай. Да, сэр. Так, давайте сюда быстро. Да, сэр. Двигаемся. Это все? Больше все остальные? Да, все остальные обычные бойцы. Да, сэр. Вы, конечно, цель тоже достигнута. Молодцы, но не такие, как и необычные бойцы. Мобильный ЗРК, пожалуйста, и танк. Цель достигнута. Скорее сюда. 9-й вертолетный. Строительство прекращено. Начинаем полет. Да, сэр. Взаимодействие противника. Уничтожить зенитный ЗРК. Это самое главное. Мы потеряли один вертолет, но оно стоило того. Строительство прекращено. Уничтожайте танки, уничтожайте вот эту всю технику, которая здесь стоит и катается. Они тут без дела все равно. Это бездельники. Все? Всех перебили? Отлично, уходим. Цель достигнута. Давай. Нет, не надо. Двигаемся сюда. Нам нужна разведка и узнать, как двигаться вот сюда. Через дороги на село. Так точно. Цель достигнута. Да, сэр. Прямо вот так. Кстати, я смотрю, здесь-то нет никакого серьезного ПВО. А это значит, что? Так точно. Правильно. Наши вертолеты. Не хватает денег. Делают все очень хорошо. Как это денег не хватает? А куда вы его деваете? Куда вы все деньги деваете? Ребята. Вам выделяется сколько пожертвований? Вот все пожертвования, которые были, я серьезно, я... Ну ладно, почти все пожертвования, да, я серьезно, как бы, серьезно, да. Строительство прекращено. Ну ладно, ну большую часть я забрал. Вот. Ну хорошо, ну что-то там вам досталось, точно должны быть способны на что-то. Так точно. Ух ты, ё-моё! Вы видите это все зло? Вы видите, сколько здесь всего? А со спутника оно выглядит вот так. Так точно. Ребят, нет, ну я не знаю, серьезно, как это? Давай. Вы смотрите на это. Они, конечно, подготовились серьезно. Цель достигнута. Ничего не скажешь. Да, сэр. Эмигранты, давайте проходите. Они, правда, к эмигрантам не приспособлены. Строительство прекращено. Как бы это мелочи.
Жалко, нету десантного вертолета. Он бы нам бы очень помог и упростил всю задачу. А ну-ка мы высадим диверсантов вот сюда. Попробуем просто. Посмотрим, чем это закончится. Вперед. Смелые ВДВшники все могут, поэтому они и там. Да, сэр. Преодолеют все. На вас напали. Юнит потерян. Кто на вас напал? Где отступаем. На вас напали? Цель достигнута. Даже войск достаточно. Яростная оборона. Вот, есть танки, есть все, что, что нужно, у вас да, есть. Сэр. Я. Цель достигнута. Специально привел. Да, сэр. Вот я вам даже еще оборону приведу. Так, просто на всякий случай, точно. Чтобы строительство как бы, прекращено. Не вот даже еще бойцов сюда. Давай. Этого юнит будет потерян. Достаточно, да? Пару артиллерийских орудий. Так, ну что? Замечено подкрепление противника. По-моему, ничего не получилось. Мне что-то такое подсказывает. Цель достигнута. Строительство прекращено. Строительство прекращено. Очень похоже, что именно так. Вертолеты сюда. Отправляемся. Могу ли я сделать налет? Окей. Строительство прекращено. Нет, мне нужно. Цель достигнута. А, это тюремный вертолет, это не тот. Отправляемся. А вам вот сюда собираться. Окей. Юнит восстановлен. Так, что у нас там с ресурсами? Пока все нормально. Смотрим на базу Уокера. Уокер, ты готов атаковать или что? Строительство прекращено. А, Уокер. Давай-ка защищай позицию. Изменение стратегии. Это победа, огромный успех для нас. Защита, яростная оборона. Вот, обороняйся яростно, это уже что-то. Атаковать мы пока не можем, потому что ресурсов мало. Ну, вернее, на самом-то деле, можем ли мы выйти вот сюда, в эту зону? Тут у них в основном же... Правильно понимаю я? Цель достигнута. Ну-ка, давайте эвакуируем еще кое-кого. Может, здесь на станции будут ребята, которые захотят... Надоело им тут на этой станции работать, они захотят. Давай. Тепленький тулупчик. Да, сэр. Нет, давай. Не видно этого. Так точно. Отступаем. Окей. Так точно. Да, сэр. Отправляемся. Да, сэр. Так, живи сюда. Забрали двух гражданских. Забирай сюда. Давай. Вот, отлично. Троих. Строю. Это уже неплохо. Это уже хороший результат. Цель достигнута. Потихоньку да, мы сэр. Так и 10 человек спасем. Юнит восстановлен. И тогда хоть скажем сюда. Не зря мы сюда приезжали, блин. В эту нерусь. Ребята, да? Так. Кто нам? Репортер как раз снимает ребят, которые выходят. Строительство прекращено. Пошли туда. Миссия выполнена. Давайте. Население активно поддерживает наше наступление. О, молодцы. Строительство прекращено. Так одного, да. Одному тулупчика хватило. Достигнута. Ну что ж, давай сюда, голубчик. Да, сэр. У тебя теплый тулупчик. Строительство прекращено. Нам давай. Нужно разведать вот эти передовые позиции, чтобы понимать, что... Да, сэр. Ничего нет. Цель достигнута. О, да. Ну что, ребятки. Время выдвигаться, значит. Так. Давай радар, зенитное орудие сюда. Давай. Цель достигнута. Танки готовы. Строительство защищать. Прекращено. Так, мне нужны еще ремонтные автомобили. Цель достигнута. Строительство прекращено. Кстати, саперные я-то нигде и не ставил. Давай это сюда. Да, сэр. Давай один джип. Строительство прекращено.
Опа, прекрасно. Поднимаются наверх. Давай. Нам время выдвигаться. Товарищи танкисты. Давай. Тяжелые танки, всем сконцентрироваться здесь. Да, сэр. Отправляемся. Значит, вместе с двумя ремонтными автомобилями это первый танковый полк. Давай. Артиллеристы. Второе артиллерийский взвод. У нас только восстановлен. Три артиллерийских орудия, да, и однорадарное. Второй. Это ТВО, восстановлен. Давай. Вместе с собой. Давайте еще, пожалуйста, мобильные ЗРК. Строительство прекращено. Вот, второй. Цель достигнута. И давайте постановщик помех возьмем с собой. Отправляемся. Тоже надо. Еще артиллерия. Ну и нужно на базе, наверное, один постановщик помех оставить, чтобы, если что, помочь. Так, на базе остается ремонтный автомобиль. Окей. Юнит восстановлен. Цель достигнута. Так. Танки, выдвигаемся наверх на плато. Окей. Нам нужно сейчас забрать их. Цель достигнута. Новая двойка. Так, точно. Вы двигайтесь следом. Девятка, давай. Прикрываем сверху. Девятый вертолетный полк. Цель достигнута. Окей. Вот сюда танки. Давай. Да, сэр. К бою. Отправляемся. Все, остановимся здесь. На нас напали. Становимся. Давай. Ремонтный автомобиль в заднюю. Окей. Часть. Цель достигнута. Окей. Танки. Отправляемся. Есть. Окей. Вертолеты. Юнит восстановлен. Становят сзади. Да, сэр. Отправляемся. Артиллеристы. Юнит восстановлен. Вам вот сюда на этот пригорок. Давай. Живей. Просто выдвигаемся. На нас напали. Давай. Подкатываемся. Самое главное держать этот узкий проход. Противник будет заезжать, и мы его возьмем. Так, точно. Почти тепленький. Цель достигнута. Окей. Да, сэр. Отправляемся. Так, точно. Цель достигнута. Окей. Артиллеристы, постановщики помех. Цель достигнута. Юнит восстановлен. О, прекрасные удары. Прекрасные удары. Артиллерия прекрасно себя показывает, как никогда. Танки. Окей. Выдвигаемся сюда. Приготовиться к спуску. Девятка. Поддерживаем первый танковый полк. Напали. Отступаем. Цель достигнута. Окей. Отлично. Девятка, двигаемся на ремонт. Девятка. Девятый вертолетный полк. Да, сэр. Сюда. Отступаем. Зенитное орудие, танк. Отлично. Не хватает, да? Юнит восстановлен. Строительство прекращено. Танки к бою. Отступаем. Окей. Давай. Вертолеты прикрываем. Отступаем. Точно. Давай. Юнит восстановлен. Выходим сюда. Строительство прекращено. Все, база врага взята. Окей. Так, точно. Противником уничтожен лагерь для беженцев. Живо назад. Девятка, девятка сюда. Юнит потерян. Окей. Да, сэр. Танки назад. Танки, противник сзади. Юнит потерян. Окей. На нас напали. Окей. Второй артиллерийский. Давай. Полк. Давайте быстро сюда. Да, сэр. Цель достигнута. Товарищи танкисты, разбираем базу. Юнит восстановлен. Отправляемся. Есть еще техника. Давайте еще один танк. Юнит потерян. Отступаем. Не хватает денег. Юнит восстановлен. Отлично. Цель достигнута. Есть.
Что у нас там танковый? Достигнута. Вот. Двойка. Противником уничтожен лагерь для беженцев. Вот они сволочи. Цель достигнута. Бедные беженцы к ним бегут, а они их уничтожают. Строительство прекращено. Кстати, здесь, по-моему, беженцы тоже убиты. Юнит восстановлен. Да? База под контролем. Все. Члены организации захватили контроль над базой. Цель давайте. Достигнута. Юнит восстановлен. Ставим, это чье, наше или это противника? Так, точно. База взята под контроль. Ждем. Итак, кто прибывает сюда? Отлично. Клей. Дашь половину дохода, доступный, пожалуйста. Доступный арсенал увеличен. Давай-ка развивай эту базу. Значит, развитие базы. Значит, это яростная оборона. Хорошо, Клей. Ты себя еще покажешь. Давай. На тебе как доступный бы все держится. Доступный арсенал увеличен. В один момент вот так, да, начинается все и держится. Клей, отправляемся. Давай. Держись. Как же мне надо? Мне нужна, наверное, еще одна ремонтная машина или нет? Нет, ну, цель достигнута. Здание активировано. Танки же воды движутся сюда. Двигаться. Юнит восстановлен. Быстро на ремонт. Строю. Отправляемся. Доступный арсенал увеличен. Что, танки, если что, готовы к бою. Мы готовы освобождать Дорогина. Цель достигнута. Давай. Отправляемся. Строительство прекращено. Так, дорогой наш. Строительство прекращено. Ага. Строительство, значит, прекращено. Уокер, давай-ка выдвигайся сюда. Атакуешь врага с этой стороны. Значит, это быстрая атака. Молодец. Давай быстро атакуем. Цель достигнута. Так, точно. Девятка, ремонт завершен. Постановщик помех, пожалуйста. И танк. Цель достигнута. Строительство девятый прекращено. На двигайся сюда, поможем сейчас Уокеру. Так, точно. Давай. Защитим, прикроем его. Окей. Да, сэр. Отлично. Так, точно. Строительство теперь прекращено. Теперь освобождаем Дорогина. Давай. Да, сэр. Товарищ артиллерист, ты ближе. Так, точно. Цель достигнута. Да, сэр. Танки вперед. Окей. Так, точно. Танки сюда. Отправляемся. Да, сэр. Или танковый полк. Что же дебилов понабирали, блин, которые ездить не умеют. Дорогина готова к освобождению. Юнит восстановлен. Цель достигнута. Продвигаемся сюда. Отправляемся. Артиллеристы. Цель достигнута. Вот, и гражданских сейчас катать на самолете будем, да? Да, сэр. Дорогина мы освободили. Цель достигнута. Так, прекрасно, точно. Танковое. Так, соединение точно. На передний фронт. Доступный арсенал увеличен. Строим. Товарищи артиллеристы. Отправляемся. Строим за танкистами. Окей. Цель достигнута. Девятка, давай. Да, сэр. К бою. Строительство прекращено. Так, точно. Юнит восстановлен. Все прекрасно. Миссия выполнена. Двойка сюда. Давай. Отправляемся. Строительство прекращено. Так, где мой вертолет? Цель достигнута. Катаем, катаем наших. Мирные жители в поле зрения. Жителей. Давай. Так, точно. Цель достигнута. Все, давай быстрее на базу. Отправляемся. Отлично. Что у нас там с танками? Пару. Цель достигнута. Пожалуйста, пару еще танков. Строительство прекращено. Двигаемся сюда. Здание активировано. Так, нам уже нужно продвигать иммигрантов. Юнит восстановлен. Так, точно. Строительство прекращено. Это база, это единственное, что отделяет их. Миссия выполнена. Так, точно.
человек только что присоединились к нам. Окей, миссия выполнена. Цель достигнута. Надо как-то вот это накрыть. Сколько у них здесь зенитных орудий? Раз, цель два. Цель достигнута. У них очень много зенитных орудий. Вот это меня беспокоит. Цель достигнута. Так. Строительство прекращено. Шпион, ты выйдешь вон? Вот, отлично. Еще два в тулупчиках. Мало тулупчиков производится. Вот казалось бы, да, сколько людей, а тулупчиков-то мало, но всех не хватит. Пожалуйста, телекамеры мне и пару шпионов. Пару инженеров и докторов. В строю. Что у нас там? Строительство прекращено. Товарища Клея. Что-то не клеится, товарищ Клей. А где улучшенные эти все? Где ваши... Строительство прекращено. Вот логистический центр, например. Смотри как. Вот возьму и поставлю тебе логистический Строительство центр. Строительство прекращено. Здание активировано. А еще я тебе... Машиностроительный завод есть, казармы у тебя есть? Есть. Ну, а кто будет делать тюрьму? Строительство прекращено. Вася, что ли, или кто? Военный лагерь кто будет делать? Телецентр. Ну, я так понял, да. Ну, а кто же еще? Здание активировано. Доступный арсенал увеличен. Ох, эти подчиненные. Ну-ка, идем туда. Здание активировано. Живо давай сюда. Давай. Доступный арсенал увеличен. Девятый вертолетный. Отправляемся. А мы можем обойти противника с другой стороны? Тут есть у него? Тут у него всего лишь одно. Здание активировано. Нет, два. Мы не сможем зайти. Ясно, давай. Я понял. Доступный арсенал увеличен. Так точно. Товарищи иммигранты. Давайте с этой стороны. Нам нужно максимум разведданных, поэтому давай быстрее сюда беги. Так, тебе нужно немножко отойти, чтобы не попасть под раздачу. Цель достигнута. Давай. Кстати, где разведывательный дрон? Как им пользоваться? Нет, не здесь. О, радар. Цель достигнута. Давай-ка разместим вот сюда разведывательный дрон. Я хочу даже посмотреть. В строю. Через 10 секунд. Наблюдаем. Это первые наши, как бы, разведывательные дроны. Нет, здесь 30 секунд или что-то такое. Цель достигнута. Ну и где он? Это победа, огромный успех для нас. Ага. Юнит потерян. Здание активировано. Ничего себе, там ПВО мощное. А где мои шпионы? Так, точно. Дальше шпионы, выдвигаемся. Цель достигнута. Отправляемся. Так, давай-ка быстро на базу. Наше наступление не остановить. Пошли. Окей. Сюда. Отправляемся. Мы тоже подальше. Цель достигнута. Зачем как бы рисковать? Так, точно. Да, сэр. Цель достигнута. Мы можем зайти в радар. Давай. Давай забираем радар. Давай. Шпион проник во вражеский центр связи. Цель достигнута. И что это дает? Окей. Да, сэр. Цель достигнута. Не совсем понятно, что это дает, но типа что-то должно давать. Юнит потерян. Отступаем. Нет, это сопротивление наш... противника ослабло. Скоро победа будет на нашей иммигрантам стороне. Мне нужен шпион. Да, сэр. Отправляемся. Куда я еще могу? Ну, снова туда же зайти. Цель достигнута. Да, сэр. Цель достигнута. Давай в базу. Строительство прекращено. Шпион проник во вражеский командный центр. Интересно, что это мне дает. Сопротивление противника ослабло. Скоро победа будет на нашей стороне. Так, ну тут я чувствую уже как бы все хорошо. Значит, знаете что, товарищи? Так. В строю. Наше наступление не остановить. Клей,
Пожалуйста, Юнит тоже потерян. Веди свои войска. Нет, это Уокер Клей. Собираемся здесь. Значит, беспощадная атака. Вот эти здания. Это... Клей, я тебе передал эту базу? Управление. Значит, держи. Развитие базы. Здание активировано. Значит, яростная оборона. Так, и Уокер. Давай-ка этой базой занимайся. Значит, развитие базы. Теперь нас ничто не остановит. Значит, яростная оборона. Строительство значит, прекращено. А, нет. Давай подождем. Строительство прекращено. Или атаку начнем. Здание активировано. Я думаю, потихоньку можно пододвигаться. Точно. Строительство прекращено. Бойцы, вперед, артиллерия. Да, сэр. Окей. Подходит надпушечный выстрел. Отправляемся. Вертолетные полки. Да, сэр. О! Цель достигнута. Прекрасно. Артиллерия еще ближе. Окей. Цель достигнута. Юнит потерян. Так, там уже противник идет, активировано. Ведет огонь. Строительство прекращено. Ну? Да, сэр. Цель достигнута. Отлично. Строительство прекращено. Работаем, работаем, окей. Работаем быстрее. Отступаем. Просто хорошо. Окей. Значит, Уокер... Атакуем позицию. Строительство прекращено. В полный вперед. Отступаем. Клей, то же самое. Значит, беспощадная атака. В бой. Строительство прекращено. Танки полный вперед. Силовую атаку. В строю. Уничтожаем противника. Враг атакует. Окей. Артиллерия сзаду прикрывает. Танки сюда. Так, точно. Откатывайся назад. Окей. Откатывайся назад, я сказал. Цель достигнута. На нас напали. Цель достигнута. Окей. Цель достигнута. Все, да, хорошо. Окей. Заезжаем. Отступаем. На нас напали. Так, точно. Вот, еще зенитное орудие. Отступаем в бой с врагом. Отправляемся. Вот немедленно. Теперь хорошо. Миссия выполнена. Двойка, девятка. Давай. В бой. Поздравляем, товарищи, мы сломили врага. Юнит восстановлен. Вот теперь это наша родная земля. Юнит восстановлен. База под контролем. Члены организации захватили контроль над базой. Хорошо, кто будет ставить? Юнит самые? Восстановлен. Юнит восстановлен. Товарищ Ренкиста. На нас напали. Ну, а захват базы кто будет давай. Осуществлять? Давайте, пошли. Окей. Хорошо, теперь мне нужен, собственно, мой спецназ. Выдвигаемся. Сюда. Окей. Время посмотреть, что ж там натворили эти долбаные, блин, голубые каски. Из НАТО. И надо ли нам такое или не надо? Товарищи инженеры, тоже давайте быстро сюда. Вдруг нам надо будет что-то срочно чинить. Не понял. Стоп. Миссия выполнена. Клей, назад. Доступный арсенал увеличен. Значит, развитие базы. Уокер, то же самое, окей, назад. Мы в режиме основной обороны. В строю. Пошел защищать базу. Значит, развитие базы. Отправляемся. Значит, яростная оборона. Все, строительство прекращено. Мигранты сюда. Отправляемся. Цель достигнута. Мигранты хотят погреться у да, котла. Сэр. Окей. Так. А где строительство моя, прекращено. Самое? БТР где? Цель достигнута. Не понял. Строительство прекращено. Что ты по кому-то стреляешь? Уходи, уходи. Враг атакует. Да, сэр. Окей. Вот это стрелять давай. Не надо. Цель достигнута. Кого ты так, БТР? Точно. Цель достигнута.
Строительство прекращено. Цель достигнута. Давай. Ну-ка, выгрузить. Да, сэр. Шпион? Чей? Да, сэр. Отодвигаемся. Цель достигнута. Командос? Да, сэр. Цель достигнута. Выполняйте боевую задачу. Миссия выполнена. Все прошло молодцы, как по нотам. Как мы и полагали, в несчастном случае на дамбе обвинили ICP. Ужасные последствия затопления долины значительно снизили рейтинг их популярности.